сказку можна прочитати, побачити у мультику чи у фільмі. Але відчути себе у казці можна лише в театрі. Принаймні так стверджує наша журналістка Настя Садома. Вона побувала на прем'єрі балету «Снігова королева» у Харківському театрі опери та балету. А ще зазирнула за коліси і поспілкувалася з артистами, які створили на сцені справжнє диво. Мені не буває ні скучно, ні весело. Це хорошо. Хорошо, когда нет никаких чувств, ни любви, ни тревог, ни волнений, покой и ясность. Займись же делом, которое я тебе поручила. Казку Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» знає весь світ. У Харківському театрі опери та балету розповіли її чарівною мовою музики та танцю і запросили на прем'єру. Жив був троль, злющий призлющий. Коли він був в особливо гарному настрій, то створив дзеркало, в якому все добре і прекрасне зникало, а погане здавалося ще гіршим. Задумка показать этот спектакль? Мы очень тесно работаем с одним из импресарио из Бельгии. Вот. И когда мы определялись о следующем проекте, после оперы «Кармен» и после «Кармины Бурана», это взрослые спектакли, мы остановились на том, что было бы интересно показать что-то такое общее, что знают и наши дети, и дети из Бельгии. И мы определились на этом сюжете, на «Снежной королеве». Те, що відбувалося на сцені, було схоже на новорічне диво, якого ми, діти, завжди так чекаємо. Я ніби потрапила у справжню казку. Артисти у надзвичайно красивих костюмах, легкими витонченими рухами розповідали нам дивовижну історію про снігову королеву, Кая, Герду, про любов та вірність. І якщо у Андерсена снігова королева розтанула, то в балеті вона перетворилась на людину і навіть закохалась. От це моя така придумка була. Мені дуже хотілося, щоб вона стала чоловіком і познала якесь щастя чоловічеське. Так что Ганс Кристиан Андерсен меня простит, я думаю, так точно, потому что он тоже, наверное, думал об этом, но не успел. Тебе больше всего понравился? Снежная королева. Тебе понравилось? Ну, классно, я такого не видела. Хорошо. Что тебе больше всего понравилось? Какой герой, может, запомнился? Мне запомнился Кай. Хорошо, что... Ну, классно вот это выступало. Какие красивые цветы. Кому ты их подаришь? Снежной королеве. Оно тебе понравилось? Да. А
Почему? Потому что у меня было красивое платье очень, корона. Мне понравилась эта Герда и Кай. Почему? Ну, потому что добро побеждает зло. И потому что Герда очень красивая. А коли вистава закінчилася, ми пішли за коліси, щоб поговорити з творцями казкового дива – балету «Снігова королева». Поставила цей спектакль на сцені Хнатобу відомий київський режисер Алла Рубіна. Головні ролі в виставі танцюють провідні актори театру. Да, достаточно интересно было работать, потому что как бы начинают открываться такие внутренние качества, которые в связи с тем, что мы уже не дети, как бы они притупляются, да, со временем жизни, и как бы вот вся эта такая наивность, искренность, то есть приходилось как бы думать действительно как бы вот детскими глазами. Вот Артему Каю, да, в тот момент, когда он превращается как вот стекленеет, да, в льдинку, когда вот он собирает как бы, ну, для человека все равно, он же живой человек, для него не присущи эти стеклянные движения рваные, то есть как бы это тоже была какая-то сложность, вот как ты не живой. Вот как показать, что у меня живые только глаза зрителю? Специально для программы «Тип-топ новости». Расскажите о своей героине. Героиня сказки Андерсена «Снежная королева» – это персонаж, который интересен и детям, наверное, вот, и, может быть, и взрослым также, необычен. Она, как описана в либретто, в сказке, она вся изо льда, платье ее соткано из снежинок, переливается из кристаллов. И сама она – образ совершенства. Но вот очень завораживает глаза. Если кажется, что она должна быть холодная, вся вот как бы действительно из льдинок, на самом деле глаза у нее настолько живые, что никто не может понять, что происходит на самом деле в душе, собственно, Снежной королевы. Дмитро Морозов – диригент театру. Людина з чарівною паличкою. Він називає її диригентською, але я переконана, вона чарівна. Один помах і народжується музика. А сколько у вас инструментов в оркестре? Ой, сегодня у нас большой состав оркестра, работает около 60 человек. Это для большого состава написано, балетного. Мы выучили это сочинение вместе с оркестром за 12 дней. Это рекордные сроки, потому что по сложности этот балет по оркестровой ансамблю и сложности не уступает таким выдающимся шедеврам, как Чайковского «Щелкунчик» балет. Именно по сложности. Відразу після прем'єри «Снігова королева» вирушила до Європи у гастрольне турне. Думаю, успіх виставі забезпечений. І європейським глядачам вона сподобається не менше, ніж харків'янам. Настя Садома, Тіп-Топ, новини.